Перед днем города в Копейске начали курсировать 24 новых автобуса. Транспорт был заявлен как современный и комфортный. Журналистов Копейска пригласили лично в этом убедиться и отправиться в тур на 41-м маршруте. Зайдя в автобус, первым делом узнали мнение водителя. Кондиционер, если как цифровой, то мы уже выставляем кондиционер работать при заведенном двигателе. Вот эти преимущества. На старой я последнее время на Ивике работал, почти 7 лет я отработал на Ивике. Сейчас получил новую машину. Пока машина новая еще, надо дорабатывать, доделывать всякие, незначительные слабости устранять. Кондуктор отказался от комментариев, зато пассажиры с удовольствием поделились впечатлениями. Все нравится, и сиденье, все нравится, и свежо, и светло. Вообще прекрасно здесь. Очень нравится. В салоне действительно работает кондиционер и имеются QR-коды, позволяющие получить информацию о поездке, а также расположено электронное табло. Подобные информационные стенды есть и на всех новых остановочных комплексах. Например, на остановке возле завода «Пластмасс», которая стала конечным пунктом поездки. Здесь показана схема муниципальных маршрутов регулируемых, которые осуществляет МУК-ТПА. А кроме графической информации, также есть возможность по QR-кодам перейти на полезные ресурсы, допустим, на электронную схему маршрутов. Наводим телефон, переходим на сайт ТПА. Здесь у нас тоже в таком же формате есть схема маршрутов. Следующая ссылка – это общественный транспорт в режиме онлайн. Очень удобно. На базе Яндекс.Карт. Открываем приложение и на нем видим в онлайн-режиме, где какой маршрут находится прямо сейчас. То есть можно узнать, когда он придет. И кроме этого, расписание общественного транспорта. Установка новых остановок продолжится и в следующие годы. Если в этом упор был сделан только на гостевые маршруты, то до 2024 в городе заменят все комплексы, в том числе и в поселках.